Олег погиб во вторник, 27-го, в президентском номере отеля «Лемерис». И во вторник же, 27-го, вы вошли в отель «Лемерис» в 1:37 пополудни. Вы покинули отель в 2:23. Можете это объяснить? Нельзя просмотреть камеры безопасности. Записи стерты. КГБ нужны умные агенты, способные оценить ситуацию быстро и правильно реагировать. Никогда не верьте людям. Кстати, Ольга просила, чтобы тебя наградили медалью за заслуги. Но на многое не рассчитывай, никакой церемонии не будет. Когда твоя служба закончится, ими выгравируют на доске у входа. Ну что скажешь? Ты заслужила такую честь? Шах? Нет. Мат.